Монастырь Ставроникита. Монастырь Ставроникита находится на крутом морском берегу на северо-западе Святой горы Афонской, между монастырями Пантократор и Иврион. По преданию, на этом месте в давние времена подвязался отшельник Никита, изготовлявший кресты. Ставроникита значит «крест Никиты». Статус монастыря получил только в 1500 году. С давних времен здесь существовал монастырь, посвященный святому Иоанну Предтече, тем же названием Ставроникита. В период крестовых походов и набегов сарацин этот монастырь был разрушен и пришел в запустение. Снова основал и отстроил монастырь патриарх Цареградский и Иеремия I. Здесь была найдена икона святого Николая Чудотворца, и поэтому обновленный монастырь посвящен ему. В 1553 году эту икону рыбаки выловили в море в присутствии патриарха. По преданию, в море икону бросили иконоборцы, однако вода не нанесла ей никакого вреда. Это один из самых малых монастырей, снаружи укреплен каменными стенами с высокой башней, а кельи находятся в верхней части стен. Имение также одно из самых малых на Афоне и расположено под стенами монастыря. Соборная церковь святого Николая Чудотворца выстроена в XVI веке. Сохранились прекрасные оригинальные фрески того времени, кисти Феофана Критского, чья живопись сохранилась и в монастырской трапезной. Соборная церковь очень узкая, самая узкая на Афоне. Кроме чудотворной иконы святого Николая Чудотворца, в монастыре хранится часть честного животворящего креста Господня, как и части мощей многих святых угодников Божьих, среди которых Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, архидиакона Стефана, 40 мучеников, Федора Стратилата, Амвросия Медиоланского, Иоанна Предтечи и других. Кроме соборной церкви, в монастыре 7 часовен. Библиотека владеет редким собранием древних рукописей и книг. Сегодня монастырь Ставроникита находится на 15-м месте в Святогорской иерархии и насчитывает 25 монахов в самом монастыре и столько же вне его в скитах и кельях.